Bonjour chers amis, on continue le sujet du subjonctif, c'est le numéro 2, le grammaticum, et le 32 dans tout le cycle. Là, nous avons vu que le subjonctif, c'est quelque chose de subjonctif, puis nous avons vu que c'est toujours dans les propositions subordonnées. Les propositions subordonnées, c'est plus d'âge, n'est plus de l'âge en français. Et puis, nous avons vu que ça a quatre formes, le présent, le passé composé, l'imparfait. Voilà. Eh bien, nous avons vu aussi qu'il y a quatre types de conjugaison. Réguliers, les verbes à deux radicaux et les verbes irréguliers. Et dans le cadre des verbes réguliers, nous avons vu avec vous les verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous les verbes réguliers, mais du troisième groupe. Oui, c'est un peu paradoxal, mais la plupart des verbes du troisième groupe forment le subjonctif d'une manière régulière. То есть звучит немножко парадоксально, но большинство глаголов третьей группы формируют в очень регулярной схеме субжунктив. И давайте с вами это посмотрим. Будем смотреть все глаголы и даже спрягать их. Ну, не все, но большинство. Как обычно, нам нужна основа от третьего лица множественного числа настоящего времени. Глаголов третьей группы точно так же. И мы прибавляем те же самые окончания. Это ЕСЕ, ИОНС, ИЭЗ и ЕНТ. Univers, это dire, говорить, lire, читать, écrire, писать, entendre, слышать, répondre, отвечать, craindre, бояться, éteindre, тушить, гасить, выключать, partir, уезжать, уходить, убегать, dormir, спать, servir, служить, ouvrir, открывать, découvrir что-то, открывать для себя в абстрактном смысле, как будто discover en anglais, mettre, класть, ставить и naître, рождаться. Постепенно давайте посмотрим с вами все. Ну, например, у нас есть глагол с вами dire в субжонктиве. Как мы с вами действуем? То есть у нас есть глагол dire в настоящем времени во множественном числе. Это il, вспомните, il, dise. Il dise, значит, основа у нас dise, и окончание мы все по схеме дальше доставляем. То есть получается у нас il dise, dise, je dise, tu dise, il dise, nous disions, vous disiez, ils disent. Вот это основа глагола dire для субжонктив. То есть совершенно регулярно. Даже если сам глагол dire не регулярен, но субжонктив он формирует регулярно. Вот это самая главная мысль, которую я хотела вам донести. И большинство глаголов таких. То есть у нас около 20 глаголов, которые формируют субжонктив нерегулярно. Ваша задача запомнить, от чего образуется у нас, от какой формы образуется у нас субжонктив. Множественное число, третье лицо, в настоящее время. И далее окончание. В башмаке у нас окончание это такие же, как в настоящее время первая группа глаголов, а в ну и ву такие же, как в импарфе. Самая большая задача это нам уметь спрягать глаголы именно, чтобы вот не ошибиться, какую форму имеет глагол во множественном числе третьего лица в настоящее время. Но это уже задача была уровня А1, у А2. Но. Давайте посмотрим. Теперь глагол lire, вы меня выключаете, сами его спрягаете, и потом вы меня включаете. Итак, будет у нас несколько глаголов. Я сама не буду выключаться, я буду делать небольшую паузу. Вы выключаете меня, честно все это прописываете, и дальше проверяем вместе. И давайте проверять. Выключили? Включили? Et bien, lire. Il lise, je lise, tu lises, il lise, nous lisions, vous lisiez, il lise. Элиза. Следующий глагол. Экрир. Опять выключайте меня. Выключайте меня. Это пойдет вам на пользу. Прописывайте этот глагол. Если вы ничего не приготовили, возьмите тетрадку, возьмите какой-то клочок бумаги. Вообще-то это плохо, но прописывайте и потом сами сверяйте с тем, что дальше будет. Если вы просто будете смотреть, это вообще никак не будет работать. Так вы уже 10 раз делали, и что-то все равно смотрите это видео, значит, что-то не так. Попробуйте действовать иначе. Сейчас вы прописываете все очень аккуратно, красиво, чтобы это можно было читать, не забывая о том, что у нас есть здесь насрочный знак «e accent aigu». И проверяем. Проверяем. «Ils écrivent» – это у нас настоящее время. Основа «écrive» и получается, тут я забыла, что у нас есть усечение, не забудьте его тоже, как я. То есть мы здесь усекаем «ø», убираем, вместо «ø» ставим апостроф. И получается «j'écrive», «tu écrives», «il écrive», «nous écrivions», «vous écriviez», «ils écrivent».
Надеюсь, что вы сделали точно так же. Если не сделали точно так же, подумайте, в каком моменте вы допустили ошибки, что непонятно. Если у вас проблемы с глаголами в настоящем времени, значит, у вас большие проблемы. Нужно вернуться и учить эти глаголы заново, и спрягать их, и в сочетаниях, и так далее. Потому что без глаголов в настоящем времени мы далеко с вами не уйдем. On y va. Ensuite. Entendre. Глагол «слышать». Обратите внимание, что это глагол entendre, и у него в основе носовой «а». Это нам очень важно, потому что у нас есть глаголы, у которых носовые «а» и «о» в основе, и они одним типом спрягаются. А есть носовые «э», «э», и там другой тип спряжения. Вот здесь «а» и «о». Entendre. Спрягайте его, пожалуйста. Прописывайте его, пожалуйста. Если не помните, посмотрите этот глагол просто в настоящем времени, в интернете где-то, быстро на телефоне. И дальше уже спрягайте сами. Не все, не субжунктив смотрите, а просто глагол в настоящем времени в третьем лице. On y va, on conjugue. Que j'entende, que tu entendes, qu'ils entendent, que nous entendions, que vous entendiez, qu'ils entendent. Давайте еще раз, здесь носовые, нужно очень широко, красиво открывать рот. Ну, красиво не важно. Главное, что вы громко произносите. Если кто-то рядом с вами есть, то уходите в другую комнату, чтобы вас никто не слышал, но вы обязательно должны произносить со мной. Que j'entende, que tu entendes, qu'ils entendent, que nous entendions, que vous entendiez, qu'ils entendent. Bien. Вот у нас еще один тип глагола, это глагол craindre. Здесь уже носовое «э». В основе так, что он не так спрягается, как глагол entendre. Если вы не совсем уверены в том, как он спрягается, посмотрите в интернете форму «или» во множественном числе. И дальше уже спрягайте. Это глагол «опасаться». И давайте посмотрим, как получилось. «Или крайне», посмотрите, тут у нас «жн», значит, это и будет наша основа. И получается «que je craigne», «que tu craignes», «qu'il craigne», «que nous craignons», «que vous craignez», «qu'il craigne», «qu'elle craigne». И еще раз прочитаем мягкое. Que je craigne, que tu craignes, qu'il craigne, qu'elle craigne, que nous craignons, que vous craignez, qu'il craigne. Ensuite, on continue. Глагол éteindre. Он спрягается точно так же, как craindre. То есть помните, там что у нас было в основе? Gn. То есть если там было il craigne, то тут будет il z'éteigne. Voilà, j'espère que c'est correct. Eh bien, сейчас опять меня выключайте. Прописывайте все, пожалуйста. Эти глаголы очень сложные, у всех проблем бывают. Так что, если вы пропишете, вы будете исключением. Вот действительно исключением, потому что, ну, часто с ними вообще очень путаются. А вообще глагол «étendre» часто достаточно используется, особенно если вы где-то в театре или в кино. Просят с этим глаголом выключить телефоны. Дословно потушите, погасите ваш телефон. И bien, выключайте. Проверяем. Que j'éteigne, que tu éteignes, qu'il éteigne, que nous éteignons, que vous éteigniez, qu'ils éteignent, qu'elles éteignent. Suivant. Dormir. Но dormir у нас спрягается так же, как глагол partir, servir, sentir. Абсолютно один и тот же тип спряжения. Так что вы должны это знать. Это глагол достаточно популярный. Спрягайте сейчас, включайте меня, и мы проверяем. Проверяем. Il dorme, то есть тут всегда все, что кроме ir, вот эта вот основа из четырех букв, так она и останется. У глагола partir это будет part, у глагола servir это будет serve, у глагола sentir это будет sent. Так вот, il dorme, que je dorme, que tu dormes, qu'il dorme, qu'elle dorme, que nous dormions, que vous dormiez, qu'il dorme. Super. Дальше, глагол découvrir. To discover на английском. Спрягайте, пожалуйста. Посмотрите, если не уверены, какую форму он имеет во множественном числе в настоящем времени. И давайте проверять. Que je découvre, que tu découvres, qu'il découvre, que nous découvrions, que vous découvriez, qu'il découvre. Super. Дальше следующий глагол. Mettre. Спрягайте его, пожалуйста, самостоятельно. Выключайте меня. Сейчас будем проверять. Надеюсь, вы прописали. Проверяем. Que je mette, que tu mette, qu'il mette, que nous mettions, que vous mettiez, qu'il mette. Браво. И naître. Глагол naître, рождаться. Ну, в принципе, могут задать вопрос, когда же мы употребим глагол рождаться. Ну, вот пусть
в следующем поколении рождаются только, например, дети, у которых будет рост такой-то и так далее. Ну, абстрактно. Так что, в принципе, можно это. Или возродиться, renaître. Выключайте меня, спрягайте его. Давайте проверять. Que je naisse, que tu naisse, qu'il naisse, que nous naissions, que vous naissiez, qu'il naisse, qu'elle naisse. Последний глагол. И посмотрите, пожалуйста, обратите внимание, вот nous naissions, или nous mettions, или vous mettiez, или nous découvrions, vous découvriez и так далее. Все эти глаголы в nous и vous очень похожи на имперфе. То есть это, в принципе, есть форма имперфе, только по контексту можем понять, что это форма субжонктива. Зачем я вам это говорю, вы поймете в следующий раз. Но на данный момент запомните, что глагол, в который формируют субжонктив регулярно, формы в башмаке отличаются от настоящего времени, потому что это глагол третьей группы. Но формы ну и ву похожи на имперфе. Мы бьем. А bientôt.